Мною последнею бутылкою простились я и дам. Воздушным сообщением другое измерение в другие города. Кому, кому? РСМУ. Дару я маты чуть живой от скуки штаб сороковой. А эфродром, небесный гром, командир с чекушкою и прапорщик с ведром. Ла-ла-ла. Между двух бригад, что над рекой хранят свой собственный покой, спим на часах с бычком в усах, и вертолетный полк летает в небесах. Кундуз, кундуз, не хватит муз, чтобы поэта вдохновить тебя прекрасным, объяви зимой мороз, весной понос. И круглый год житель не жить, один вопрос, кулик умри, тут хоть умри, но вечно глина под ногой, и вечно мина под другой, и каждый час угонит нас, рванувшись дубру на складах боезапас. Гордес, гордес, пыль до небес, качают духи головой перед бригадой штурмовой. Кол за рубли в такой пыли, мы сами духи продохнуть бы не смогли. Газни, газни, кругом огни, бьют дышика издалека и миномет из бугорка. Берись за ум, гони хану, без темноты она не стоит этих сум. Шиндан, шиндан, где мало банд, а тот, кто этому не рад, пусть отправляется в Герат. Но здесь углян, госпиталя, где много баб, а с ними пухом нам земля и Кандагар. Сплошной угар. На черной площади броня горит среди ночи и среди дня, но за углом аэродром, где нас не взять, где ждет нас прапорщик с ведром.